Традиционно в Полоцком пограничном отряде подводят итоги прошедшего года. Лучших пограничников определили почти в двух десятках номинациях. Среди них лучший начальник пограничной заставы, лучший старший техник, лучший контролер отделения пограничного контроля и многие другие. Звание «Лучший специалист-кинолог» в этом году присуждено Эдуарду Прокопенко. Военнослужащий уже 17 лет тренирует собак в Полоцком пограничном отряде. С детства любил собак. Это друг, товарищ, который не предаст. И в органах пограничной службы у меня довольно сильно получается. На данный момент у меня две служебных собаки. Одна по кличке Майна, вторая по кличке Саэла. Одной 6 лет, второй 9. Вот непосредственно с ними я и работаю. Обе они у меня по поиску наркотических и психотропных веществ. В 2021-м белорусские пограничники были на острие. Несмотря на это, с задачами, стоящими перед Полоцким пограничным отрядом, военнослужащие справились. За прошедший год на территории Витебщины задержано 127 нарушителей законодательства о государственной границе. Большинство из задержанных – мигранты со стороны Литвы. Выявлено более 600 попыток незаконного оборота и перемещения оружия и боеприпасов. В связи с обстановкой, связанной с нелегальной миграцией, были сложности, были трудности, но мы успешно их, скажем так, победили. Ну и по итогам 2021 года пограничная комендатура ОПСА была признана лучшей в номинации пограничная комендатура, лучшей пограничной комендатуры в Республике Беларусь, благодаря чему мы завоевали это звание впервые. Личный состав Полоцкого пограничного отряда продолжает совершенствовать свое мастерство и поддерживает высокую боеготовность. Обеспечить надежную охрану границы – дело каждого пограничника. И вновь пограничную службу несем, и вновь на приказ отвечаем, мы есть. Глеб Прокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».